Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами Дарт, и сегодня мы продолжаем, скажем так, забеги, прохождение браузерной игры Dean Hunter Deadly Shores. Так, сегодня я, пожалуй, закончу серию винтовок. Ну а начнем мы с... давайте покажу вам, что произошло с нашим оружием, то есть оно теперь... максимально прокачано, максимально возможно, как заметили, новый прицел. Ну и больше такого ярко выраженного ничего нет. Вот новое дуло. В остальном все неизменно осталось. Так, ну давайте убьем пожирателя рептилий. Так, его острые как бритва когти и кровавая морда говорят о том, что этот динозавр воистину является пожирателем рептилий. Так, отлично. Конечно, пафосно очень раскрашена лозавр, но, в принципе, ему идет. Так, что он дергается. Так, долго я его буду убивать, но хорошо, хоть в магазине у меня полно патронов. 7 штук было, сейчас уже 3 осталось. Так, я промазал, это плохо, мазать нельзя. Так, все, и трупак, 4-тонный труп готов. Опять предлагают снайперскую винтовку, к сожалению, она, к счастью, точнее, она мне не нужна. Так, ну все, я... По сути, открылся новый регион. Но давайте с этим разберемся. Значит, снайперская винтовка. Нужно убить двух молодых майозавра. Майозавров выстрелом в легкое. Так, вот один. Так, подождите, сразу посмотрим, где второй у нас. А вот давайте этих двух лучше грохнем. Потому что рядышком стоят. Как он выжил? Я ему в сердце попал. Я придурок, надо же, легкое, я в сердце стреляю. Вот дебил. Так, все, я попал, это хорошо. Почему-то захотелось в сердце попасть. Надо-то в легкое было. Так, сейчас мы как раз новый уровень получим, энергия полностью восстановится. Так, убить двух старых цитипати. Чья сегодня пати? Сегодня цитипати. Так, сердечко. Раз. И дева куда-нибудь. Опять в сердце, наверное. Надеюсь, попал в сердце. Отлично. Так, ну вот еще раз, и энергия восполнилась. Так, убить трех майозавров. Трех майозавров. Так, ну это... фигня, плевое дело. Так, вот первый, второй и третий, да? Вот они все тут. И даже тут... ой! Случайный выстрел, но попал в цель. Вот как в тело, я же в сердце попал. Вот сейчас в тело, сейчас согласен. Так вот. Энергия восполнена. Такс. Двух... а, одного старого лозавра надо убить, бедного ящера. Так, где ты, где ты? Интересно, добавят ли сюда регион, в котором будет Индоминус Рекс, потому что сейчас этого... гибрида очень сильно полюбили, думаю, в такую игру могут добавить в качестве босса. Так, двух мутабурозавров выстрелим в легкое. То есть надо в легкое сейчас им стрелять. В сердце. Так, вон второй. Блин, надо же в легкое. Идиотина. Хорошо, что их тут больше двух. Вот опять в сердце стреляю. Что такое-то у меня? Мания какая-то.
Так, три старых цитипати. Три старых цитипати. Так, ну эти хоть куда убивайте, так что... К сожалению, я там сердечко не видел. А вот он побежал. А вот еще один. Черт. Промазал. Попал. Летящей походкой. Так, два старых мутабуразавра. Мутабуразавра. Быстрее, он в легкой опять. Все, я запомнил, в легкой надо стрелять. Так, в легкое. Раз. И два. Как? Почему ты не умер? Черт. Еще есть? Отлично попал. Фу. Давай. Что-то глючит. Звуки грозы проработаны, прикольно. Так, трех кентрозавров надо пришить. Угу. Стрелять хоть куда, да? Ну и в сердечко будем целиться, чтобы побольше срубить денежек. В легкое надо было стрелять, идиот. Блин. Опять не прочитал. Ну что такое-то? Давай же, убегай там. Ой, опять не прочитал. Что ж ты будешь делать? Мания какая-то сердечная. Так он там убежал, нет? Ну. Вот. Какой-то манок нам использовать? Я не знаю, ни разу не использовал. Не знаю, если честно, для чего он нужен и как он работает, собственно говоря. Так что можете даже не спрашивать. Так, все целимся в легкое. Мозги у нас опять у динозавров показаны маленькими. Собственно говоря, так и надо. Судя по данным, не отличались умом и сообразительностью. Так, дальше кого? Трех майозавров опять. Точно не надо никакое сердце, ни в легкое, там просто убить. Да? Ну ладно. В сердце попало. Тело попал, непонятно почему. Там либо легкое, либо в сердце. Почему в тело, я не знаю. Так, куда попал? Тут такой туман густой вообще. Еле было видно. У него в спине сердце, что ли? Как? Надеюсь, трех ячеек энергии мне хватит. Да, последние. Четырех старых процератозавров надо убить. Ну что ж, раз. Минус один. Минус два. Минус три. Где четвертый? Вот он. Давай, иди сюда. Черт, дерево. Не заметил. Ты надоел. Иди сюда. Труп. Нет, не хватает. Да, хочу пропустить. Так, все, с этим мы закончили. Переходим на следующий регион. Посмотрим. Но быстро ли долго будет загружаться. Вот так-то прилично. Поэтому... Пожалуй, в следующей серии я вам покажу. А пока давайте стратим ячейки энергии на охоту по контракту. 5 мутабурозавров, да?
Это я мажу сегодня. Опять промазал. Так, ну и последнее, это 4 процератозавров, но слава богу с автоматом, то есть пройдет все быстрее и глаже. Ну, глаже. Да твою! Где-то рядом, вот он. Так, ну, собственно говоря, все. На этом видео мы попрощались со вторым регионом. В следующей серии мы уже будем находиться, как там называется-то, в костяной свалке. Будем дальше продолжать прохождение игры уже в третьем регионе. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и хорошего настроения. С вами был Дарт Сидиус. С вами был Дарт Сидиус. Пока.